Надворье с кожным днем все больше будет сприять сельскохозяйственным работам, обещают синоптики Могилевской областной метеослужбы. Краткочасовые дожди спынятся с середины тыдня, послабеют порывы ветру, слупки термометров пойдут вверх. Зараз метеорологи называют характер надворья неустойливым. 28 соковика по-ранейшему прогнозуются короткочасовые опадки, дождь и навод мокрый снег. Температурный фон чекается невысокий. У ночи 0 плюс 5, у день 4-9 с плюсом. Порывы ветру до 15-18 метров за секунду. У середу надворье истотно не изменится. За выключением ветру порывы послабеют до 9 метров за секунду. Больше тепло станет у четверг, дают прогноз синоптики. Максимальная температура по Могилевской области у день плюс 6, плюс 11. Местами по паўднёвым заходе до плюс 14 градусов. На выходных так само тепло и без дождей. Весна, да, наступила, но в метеорологии весна наступает, когда среднесуточная температура переходит через 0 градусов в сторону повышения в нашей области, для нашей области. Это 29-31 марта, так что мы накануне наступления метеорологической весны.